Да, но я слышал, что Атрегентаж это абсолютно бесполезный новый герой. И он чисто по баблу тянет. Ля, Регент Руина. А чё ты не зашёл? Карабосина, я тут 5 минут или 10 собирал эту карту. Взбочка. Какая взбочка, Филмирчик? Команд. У Регент Руина. У нас тут нормальных игроков на самом деле нету. По-любому изи разъебу их. Даже на этом герое, мне кажется. Ну-ну, ну ты же на раз разъебал, Регент. Так, Настя, у меня опять эта штука отвалилась. Так, новый герыч. Я не знаю, почему Медив ворует, если честно. То есть у него единственный спелл, который дамажит, есть. Единственный полезный спелл, насколько я понял, вот это воровство. И то оно работает очень посредственно. Да я знаю, что не улья сдаёт. Я прочитал скиллы капа. Мне кажется, я не смогу кэмп забрать этот. Ну да. Мне придётся бэкаться, походу. Ой. Тупо смерть. Вот эта хуйня непонятно как работает, да, тоже непонятный спелл. Мы сидим, качаем инком. Новый медиф имба, ну хуй знает, ты хилор. Ты против него играл хоть раз? Так, у нас Оркикста, Наги, Жуки и Хуманы. Чекайте, они, блин, сыграют нормально против меня. Просто чекайте, они против меня нормально сыграют. По итогу. Это 51 регент. Но я не думаю, что какие-то глобальные изменения есть. Уран, какой трезубец? Какой трезубец-то, о чем вообще вымя? Попробуем забрать. Я думаю, что это у нас не получится. Но у них какой-то новый там еще есть. Понимаю. Сразу это берем. Пытаемся зафокусить этого скелета ебаного. А это сколько штука кастуется, регент? Просто я вот так хочу сделать, допустим. Лола, чё такая маленькая рейнджа? И чё я туда не... Ага, короче, понял. Дорого, долго-долго. Так, СНКом. Не, я заберу хотя бы итем с него. Я хотя бы итем с него заберу. Дешевый, да, ну, блин. А мало ли он будет полезен для меня, как для героя. Там мне показалось, что по мне урон прошел. То есть рели урон проходит.
Блин, оп. Плюс 500 хп. Ну, 750 голды нихуя не дешево вообще-то. 750 голды дешевые, понимаю. 750 голды дешевые. Ну, чисто на инкомочек сидим. За бесполезного герыча капа. Что, медив? Воровать голду, насколько я знаю, бля. Медив, пацаны, ворует голду. Тупо лорный медив. Охуенный. Ладно, этих разъебем с руки, наверное. Ну, возьмем в единичку этот спал, я не знаю, что он делает. Я имба на медиве, пацаны. Да, действительно, они куда-то тупят иногда. Иногда тупят. Не, ну вообще, но 125 маны стоит. Ну, иногда тупят. Правда, мне только в минус с моим щитом. Так, старый сынком. Все, скачали. Изи ёбку сейчас будем делать, пацаны. Ты, кстати, Регин в тот раз вот эту хуйню делал? С гульками там, с какой-нибудь такой штукой. Угу. Так, старый, врубаем. Понимаю, сразу же на... Ну, сразу так делаем. Так, ну и чё ты? Что ты АФК? Так. Кадо, я ж тебя выебу сейчас. У тебя 100 хп. Ты уверен, что ты хочешь со мной, блядь, посражаться? Ты уверен, что ты хочешь этого? И сюда, сука. У, блядь, уебу палкой, блядь. Уебу палкой. У меня что-то прям жуками рашат. Рашат жуками. Ну, я думаю, нормально все будет. Надо, короче, за него портал качать. Потому что портал вообще... Детские расстояния какие-то, блять, что это? Портал уже на всю карту работает, как по мне. Толку мне от этого. Он еще кастуется, пиздец, дохуя. Лол, тупо дохуя кастуется. Ля, эта штука меня убивает, кстати. Портал сбегать, чтобы... Ну, кстати, да. Maybe. Так, а чё я? Ебать, тут новые бараки добавили. Лол. Понятно. Чё-то их просто невероятное количество, блять, прёт. Пиздец. Шо, чё? А, я знаю, чё. А, 15 минут нужно, ебать. Давайте так пока сделаем. И это мы тоже запрещены, да? Не могу сферку взять. Сейчас мы, короче, это будем тупить, блядь.
Будем тупить. Оба. Все тупим нахуй. А чё сатиры делают? А-а-а. Интересно, кстати. Так, ну я жду 15 минут игры, блять, в любом случае. А до этого момента мне нужно чуть дефаться от таких жуков ебучих. Чё-то Хелл прям это потеет, чё-то старается. Ну, всё, я ушел руину. Я ушел, я никого не трогаю. Отстаньте от меня. Ах ты, вот он, зараза какая. Понятно. Все ясно с вами. А, тут не зачищали, лол. Понимаю. Понимаю, не зачистили. Чего у меня сбился? Лол, у меня сбился ТП! Какого хуя? Пиздец! У меня сбился ТП, блять. Понимаю. Тупо хейчу. Они диспелятся? Эти жуки диспелятся, ствол? А какой стан, нахуй? Кто стан? Кто разрешал стан давать крипам, блять? Пиздец. Инвалиды, нахуй. Я все-таки это куплю себе. Пусть будет. Ты руина. Так, ладно, все-таки докачаем до фула. Лол, чё-то Хелл это не туда повел жуков. Ну чё-то все, чё-то уже все, по-моему, атака захлебнулась, блядь, мне кажется. Потому что сейчас 15-я минута будет, а я все ворую и ворую, блядь. Thank you.
Да я знаю. Я жду нормальных юнитов, тут всякое говно. Ну так разве что можно сделать еще. Ля! Что творит Хелыч руину? Видали, что творит? Хейтер просто. Тупо хейтер. Вон туда опасно. Опа! Третий уровень. Здорово! Значит, раз, два, три, четыре. Пять. Некров сделаю. Там много всякого говна. И я не знаю, может сверху не покупать пока. Я, наверное, пока не буду сверху покупать. Кадоя? А сколько он стоит? Тупо куплю Кадоя, пацаны, сейчас. На 2500 он дохуя стоит. Ебать, там черепахи пришли. Тупо пушат. Ой, бля. Слушайте, больно. Надо сверху покупать. Ебать. Ебать. Все, ядро ослаблено, между прочим. Так. Бля, агара, не лагай, руина. Так, ну нам срочно нужно и это брать усилочку. Усилочку надо брать. А то нам сейчас снесут все нахуй. Давайте возьмем КДУ. Посмотрим, что они делают. 2500. Ну они жирные, как минимум. Как минимум они жирные, очень. Слушай, мне нравится. Мне нравится жирная кадо, я не знаю, что он делает. Слушай, меня просто изнасиловали башни. Просто изнасиловали башни. Гара руина, лагающий. У меня, кстати, герой 5 левел до сих пор не взял. Злодей в скобочках. Злодей-герой. Понимаю. Вот интересно, а почему против Ригента таких черепах не делали? Тауренов. Лол. Интересно мне, интересно. Очень, очень интересно. Лол. А все. А все. Блять, ебаные жуки окружили нахуй. Ебать. Не, ну это такая имба, пацаны. Ну то есть, ну я не знаю, ну я не знаю, я против разных людей играю. Ну то есть, не-не-не. Вот серьезно. Почему в тот раз такое не было агрессии? В тот раз все, по-моему, вышки у Регента остались живыми. Даже наружные. Прям пиздец какой-то. Да? Ну я хуй знает. Жуки прям мне снесли все. Но кадои, конечно, супер жирные. Они еще и волну кадои какую-то кидают, лол. Так, и когда там 17 секунд воскрешения? То их много, я, наверное, побольше ОЕшек сделаю реально. Одно дерево, наверное, сделаю. Сделаю, наверное, одно дерево. И еще некров сделаю. Что прям их очень много. Всякого дерьма.
Чё-то гвардейцы 1100 хп всего, лол. Не, ну он много, конечно, ворует просто. Он очень много ворует. Прям это очень экономику поднимает злу. Не то, что оно мешает игрокам, оно злу экономику поднимает на самом деле. Пиздец как. Вот это диспелли жуков? Серьезно? Лол. Чё там, офигели совсем? Ля, они рели офигели походу. Не, ну тупо охуевшие, блять, товарищи, вам не кажется? Мне кажется, что они охуевшие, блять. Немножечко. Немножечко охуевшие, блядь. Против анимечика сделаю. Да, медив жульничает. Так и называется спел, кстати. Я так рафанул, когда в первый раз увидел. Тупо медив жульничает, пацаны. Жулик, не воруй, блядь. Помните? Жулик, не воруй. Сук, рафлан ебало. Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Жулик, не воруй. Пару таких сделаю уже. Жулик, не воруй. Куда? Лол. Куда? Зачем? Зачем ты заходил тогда? А чё у него по ульте? Волна та самая, да? Та самая волна. Наверное, уже вот это надо докачать. В принципе. Ебать, я это хилора сломал, оказывается. Каким-то чудом, не знаю каким. Там то ли не дефают их, то ли что, я не знаю. С книгой 3 волны, ебать. Книгу обязательно возьму на 10 левеле. Он ливнул. Хилор, ну какого хуя ты ливнул руины? Тупо хейчу. Так, бан. Бан-то хилору прописываем. Зачем заходил? Сдались, суки. Не, ну найс, бля, пацаны, показываю нового героя на видео, понимаю. Поливали, блять, хейчу. Тупо, пацаны, запомните их ники. Тупо черти драные. Не, черепахи отлично зашли. Черепахи мне сломали вышки все. Жуками и могли бы зайти и что-то еще сделать. Подожди, это хилор с черепахами была, но тогда у них совсем шансов, мне кажется, нет. Пать мне там просто минус жопа происходит.
ТП очень долго, конечно, работает. Невероятно долго. Понимаю, Тимур. Кстати, точно. Можно же посохом тэпнуться. Я все рассчитываю на эту, блин, штуку. Хейчу просто. Ну ладно. Так сказать, как это. Ну кто там остался? Долевывайте уже. Долевывайте. Собаки. Ну, в целом, герой сам по себе говно бесполезное, чисто вот воровать может. Если ему мешать воровать, сразу же, если внимательно следить за этим, то, по сути, он, ну, вообще ничего не делает. Если ему приходить сразу по башке давать, когда он начинает воровать, то, ну, шансов нет, я думаю. Шансов, я думаю, нет. Делаем еще нашу штуку. Шансов, думаю, нету. Это хил руина. Забыл талант взять. Их не обновляют, когда понимаешь, в чем проблема. Можем мне 10 левел? Можем мне 10 левел, пожалуйста. Кстати, тут реально Агар опять застроил оборонительные сооружения. Ну, вы видите, как дерево эти оборонительные сооружения коцает жестко. Я помню это название кефир, но я не помню, что за ним скрывается. Агара? Не, это Кадои, я не защищаю Агары. Не, огнеметчика, я еще раз повторюсь, я вот играл за огнеметчика. Он очень мне понравился, очень сильный. Очень сильный герыч. А вот медив спорный, на самом деле. Если бы против меня обращали внимание, когда я ворую деньги, если бы что-то делали, то... Если бы они башни построили, помните, башни? Башни бы построили они, то это сразу бы другой разговор был. Я бы не мог воровать там. Ну, а на главках, естественно, вот на этих точках тем более. Там они меня сразу бы замечали и приходили 100%. Уиу! Волна, понимаю. Давайте поворуем еще. Давайте еще поворуем. Ну, то есть против сильных. Ну, кстати, не впритык, смотри, не впритык. Ты говорил, что впритык. Не совсем впритык, но это тоже. Ничего нет. Не решаю, так сказать. Ну, то есть, ну, против сильных игроков на медиве ты не поиграешь прям. Ну, то есть, остальные герои что-то делают, медив чисто для воровства голды нужен. А поворовать голду против сильных соперников ты точно не сможешь. Такие дела. А мне все еще нужно убить его? Мне все еще нужно убить его? Я ж вроде всех. А, зло победил, я думаю. Еще. Тупо... Ну, руины были, что я могу сказать. Руины играли.